Покажи, пожалуйста, товарищ Шаповалов, как Дмитрий Быков, иноагент, высказался обо мне. Покажи, а я покажу, как я ценю то, что он говорил обо мне. Он, в общем, имеет право на любую оценку. Я скажу вам искренне. Как вы относитесь к Атруку Шунашвили, в частности, его программе «Каково»? Я никогда не видел его программы «Каково». Атруку Шунашвили – милый, обаятельный, талантливый человек с очень печальными эскападами и полным неумением вовремя остановиться. Но все равно его слушать интересно, и он гораздо умнее, чем большинство его коллег. Если даже он отругал меня на все корки, бронил бы меня, я принял бы это как честь. А это все, покажи, пожалуйста, это все закладки. Это все, ну, чтобы... Вот, прошу вас. Спасибо. Прошу вас, это голос Сергея Шаповалова. Вот, вот, я изучаю. Вот так. И вот это все закладки. Я же не знал, что он когда-то обо мне скажет. Просто он выдающийся писатель и выдающийся публицист.